Дорогие друзья, вы можете видеть в письмах, которые мы раздаем каждому нашему члену, что наши финансовые нужды в 1995 году выросли на 8% по сравнению с прошлым годом. Однако наши доходы не увеличились. Сколько стоит бутылка такой воды? $3. $3? $3? Я могу водить ребенка в школу целый год. Матушка, мы... Проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, огромны. Мы должны утверждать эти решения большинством голосов. Мы должны голосовать. Я поняла. Матушка, это написано в уставе. Это было в уставе. Но с сегодняшнего дня этой организации больше не существует. Это противозаконно. Закройте банковские счета. И никаких журналов, никаких отелей, никаких встреч. Мы возвращаемся к нашим корням. Возвращаемся, чтобы быть бедными. Бедными среди бедных. Отец, мы не можем позволить этому случиться. Мы должны что-нибудь сделать. Она просто аннулировала всю работу последних 30 лет вашей жизни. Да, это правда. Это так. Мне понадобилось 30 лет, чтобы понять, что она права. Мать Тереза умерла в 1997 году. Она была канонизирована 19 октября 2003 года. Где отчаяние, могу я принести надежду? Где печаль, позвольте принести радость. Позволь мне лучше утешать, чем быть утешенным. Господь, позволь мне лучше утешать, чем быть утешенным. Понимать больше, чем быть понятым. Rather than любить be больше, loved. Чем быть любимым. There you go. Now, open wide. Because giving is receiving. Значит получать. Good boy. Because it is in forgiving. Потому что если прощаем, прощены будем. It is in dying. Если умираем, that we are born рождаемся для вечной жизни.